Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам свои новиночки. Две орхидеи. У нас в цветочном магазине не особо выбор орхидей. Но вот эти две орхидеи мне понравились. Очень жаль, что вот производители не пишут, каким фаленопсисом эти орхидеи относятся. И поэтому я не знаю, какой это вид орхидей. Фаленопсисов. Я их купила, потому что мне понравились окрас цветов у этих орхидей. У этой орхидеи очень такой необычный окрас цветов. Такой какой-то желто-оранжевый, коричневый и губа вот малинового цвета. Прожилки на лепесточках светло-коричневого цвета. Три цветочка на цветоносе распустились. И еще сверху три цветоноса. Ну вот, этот здесь я, когда доставала пакетик, из пакетика орхидею, цветонос у меня оторвался. Ну, конечно, не только за красивый цвет я приобрела эту орхидею. Посмотрела общее состояние орхидеи. Субстрат увлажненный немножко, поэтому я поливать их не буду и не рекомендую сразу их поливать. Корни тоже в хорошем состоянии, все зеленые. Ну вот немножко серебристые подсушенные есть. И есть, конечно, и сухие корни, которые надо будет обрезать. Ну вот этой процедурой я все буду заниматься дня через два. Пусть немножко у меня орхидея постоит дома. Я их помещу в отдельное место, отдельно от всех других цветов, чтобы если они чем-то болеют, не заразили другие цветы. Ну, общий обзор я произвела листьев и корней тоже, и субстрата. Видимых заболеваний нет. Ни жучков, ни насекомых я не обнаружила. Ну вот вторая орхидея. Тоже очень красивый цвет. Очень мне нравится. Сейчас я поближе сделаю. Вот. Цветки у этих орхидей не очень крупные. Но окрас прям замечательный. Они немножко вот сиренево-фиолетового цвета, а губа у них есть желтоватые оттенки и тоже крапинки. Общее состояние этой орхидеи тоже хорошее. Корней не так много, но вот здесь видно, что корни все хорошие. Но вот так судить тоже в горшке трудно, какие там корни. Ну, по внешнему виду орхидеи здоровые. Вот есть сухие корни. Все это нужно будет убрать. Но это будет попозже. Вот такие две красивые орхидеи я прибирала. Можно сказать, красотулечки мои, да. Вот. Сейчас я их отодвину немножко и покажу свои две орхидеи, которые у меня уже собираются свисти. Я уже вас знакомила с этими орхидеями. Вот они вот такие. В скором времени распустятся цветки, бутончики распустятся. Состояние у этих орхидей хорошее. Но вот хвалить я тоже очень-то не хочу, потому что я хвалила свои три орхидеи, которые купила по оценке. И с ними приключилась нехорошая история. Вот сейчас я вам покажу эти орхидеи.
Вот у них такие корни. Когда я их пересаживала, корни у них были очень хорошие. Очень хорошие. Но корни у них уже, вот видите, очень много гнилых корней. Надо будет все обрезать. Убирать. Вот завтра я тоже этим займусь. Буду эти орхидеи сажать в грунт. А пока они, я их вытащила из грунта. И они у меня лежат на просушке. Вот эта орхидея у меня хорошо росла. Листочек вот свежий. Новый рос хорошо. Эта орхидея тоже хорошо росла. Я уже рассказывала об этом. Она даже пустила вот цветонос. Ну вот горшки были непрозрачные, и поэтому там трудно было разглядеть, какого же, в каком же состоянии находятся корни. Видите, какие корни? Они, ну, есть и гнилые корни, есть и хорошие. Ну вот, надо будет завтра заняться этим. Эта орхидея у меня цветет. Очень красивый цветок. Крупный, бархатистый. Очень жаль. А случилось с ними вот что. Я сегодня... Ну, я уже замечала, когда вот тронешь листву, там вылетают, вылетали мошки. Там один, одна мошка, две мошки. Ну, я особо значения этому не придавала, потому что я подумала, что я их немножко перелила. Ну, на самом деле, конечно, я их перелила. А вот сегодня, когда я посмотрела вот эту орхидею, вот с этим цветоносом, то по корням у этой орхидеи ползал маленький белый червячок, где-то полсантиметра, наверное. Ну, потом, конечно, я прочитала информацию, как обычно в интернете. И это оказалось, что эти мошки, они такие, ну, они разводятся при, когда при переливе вот многих растений, откладывают яйца, личинки. И вот эти личинки у них в виде маленьких червячков. Поэтому я с утра все орхидеи свои вытащила. Думала, что это у меня нематоды завелись. И поэтому я все эти три орхидеи опустила в раствор с дикарисом. Дикарис — это такой противогрибный препарат, продают в аптеке. И подержала их часа 4 до обеда. А потом я вот вытащила все эти три орхидеи, промыла и положила на просушку. Я думаю, сегодня пусть они лежат, просушиваются, ничего с ними не буду делать. Но завтра уже буду пересаживать. И думаю, надо будет обработать еще фитоспорином для верности. И надо их, конечно, реанимировать. Вот. И что я хочу сказать, что судя по листьям, судя по тому, что орхидея растет, выпускает цветонос, появляются новые листочки, очень трудно судить, в каком состоянии корни, если их плохо видно. Но даже если их видно, не все можно обнаружить. А вот то, что завелись мошки, об этом надо было сразу мне принимать меры какие-то. Ну, я все так же их ухаживала. Поливала раз в 10 дней, подкармливала их. И, видимо, я перелила и поспособствовала развитию этих мошек. Вот завтра я буду их пересаживать. Ну, вот такое вот несчастье, можно сказать, приключилось с этими орхидеями. Надо их спасать. Ну вот, еще раз хочу показать вам свои новиночки.
Вот две красавицы. Надеюсь, я не допущу больше таких ошибок. Пусть пока они стоят, адаптируются, а потом уже надо будет с ними тоже заняться, ими тоже заняться. Ну вот и все у меня на сегодня. Всем большое спасибо. Всем, кому нравилось, понравилось мое видео, ставьте лайк. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.